Россияне, живущие за рубежом, получат свои пенсии в полном объеме. Об этом сообщает Минтруд РФ на ресурсе «Объясняем РФ». Им продолжат начислять деньги на банковские счета в иностранных или отечественных банках. В ведомстве пояснили, что операторы перечисления пенсий за рубеж «Сбербанк» не затронули санкции, которые могли бы повлиять на выплаты. Напомним, правительство России запустило портал «Объясняем РФ», который публикует оперативную и проверенную информацию. Новый портал работает по аналогии с ресурсом «Стоп коронавирус РФ». Данные в нем обновляются в режиме реального времени.